Это кладбище, по словам жителей Сунжи, появилось здесь после возвращения ингушей из депортации. Оно одно из самых старых и больших, уже много лет нуждалось в обновлении. Объем строительной работы предварительно согласовали с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым и основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. После этого в конце марта текущего года благоустройство началось, а завершилось оно уже в октябре. Всего лишь за несколько месяцев территорию привели в надлежащий вид и заметно улучшили. Появились новые дополнительные ворота с четырех сторон и обновленная ограда по всему периметру. Это порядка 2000 метров. Для удобства проложили подъездную дорогу с асфальтовым покрытием. Расширили стоянку для авто. Тяжкий участок, там откосная вот так скала, практически там мы ручную заливали бетон, потому что подъезда там никакого не было. Увозвал, да, они халка обуду, серный нехбар, и карт хаячил, обход вот этого забора мы построили около 500 метров гравийно песчаной дороги. Залы фермеры был, халбудыжник серный, да, и серные источники, уже халбудыжник был. В рамках благоустройства рабочие отремонтировали молельную комнату, ритуальное и хозяйственное помещение. Закупили весь необходимый инвентарь. На территории кладбища также обустроили отдельную площадку для проведения зикра и проложили дополнительные дорожки. Буквально месяца 3-4 назад с Ростова, вон Аваха, Саноши, Замсагор, в этих хауаля, у вас так лучше, да, так кечем, да, мы еще делаться, мол, еще, хам, ха, да, давай, что здесь хрил, хрил, халаба, хорош, бархаляш, аж, да, да, улух, да, нет, да, слудася. Ради вот этого одного случая, вот эта комната себя продала. Для жителей Сунжи окончание благоустройства – важное событие. Они изначально с большой благодарностью восприняли новость об этом и внимание благотворительного фонда «Сафмар» к своему городу. Я был хабейдачаны, хабейдачаны, декчур масар, юртельцара, баркала, лортхун. Был дики бяб, хозы бяб, качественно бяб, самое главное, змади, дезер. Я рецакезик, мескарстювач, более 2000 метров. Каштир, Микела, Мехдиана, Дуахка Баркла, Лотку, Ханялч, Муллах, Бусуб Сагумайка, Хадед Дуаца, Белхажди, Хадела, Триштан. Микела, Баркла, Адара, Ханялч, Микела, Духнаха, Ухтя, Сагус. У Ведяка, Смадло, Кашми, что Адяцу. А то они наха духни волка дяса гус. Хабейташан, гучилиюн, вейпачахайн, уус, камельхигачин, масинин, баркал, алло, дарсун, дярвея, скалца. Напомним, что благоустройство кладбищ в Ингушетии началось весной этого года в рамках договоренности главы субъекта Махмуда Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. По их мнению, создание достойных и качественных условий в местах захоронений предков – это неотъемлемая часть культуры общества. Поэтому в Ингушетии кладбища должны содержаться в идеальном порядке. Мадина Цора, Асхаб Белокиев, Новости 24.